Игорь, ну расскажи, второй день, какая у нас культурная программа или охота? День второй, завтра и посещение музея. Охота откладывается на вечер, потому что по нашей культурной программе мы обязаны посетить музей. Музей острова Каиба? Да, просветиться животные растительные жизни этого острова. Это прекрасного края. Каких животных ты тут уже успел увидеть? Грифов. Калибри обезьяны. А что-то никто не храпел за одиночку сегодня, да? Я уже не просыпался. Вчера никто не пил. Вань, как ты так сделал? Не, а экономили эту энергию. Сегодня да, никто не хотел, я удивился. Единственное, что спишь, как будто бы в ореховой скорлупе внутри. Из-за того, что проваливается готовое матрас. Матрас вообще отдовый просто. Я нормально спал. Я прям тут повернусь, там скрип такой на всю комнату. Да, кстати, ты с первого числа все вертелся сегодня. А я на матрасе сижу и вот так кукуль просто. Пацаны, ну... Вау. Ну, это осталось у кого-то. Едим еду, осталось после кого-то. Едим. Я первый раз вижу, чтобы так реагировали на сок, такие вау. Можно оттуда еще собрать. Там остались яйца. Яйца, я думаю, можно поверить. Птичка. Ваня глаза закапал. Ваня закапал глаза. Здесь такие, мне кажется, что здесь ползают вкусные барсуки такие. Жарко. Нет? Русские приехали, весь остров съели. Большие. Заповедник. Это жабы. Да, все. Ставьте поближе сюда. Он как раз, подойди еще. Кстати, ключа не нашел от номера, я так закрыл. Но там мужика поставил на часах. А что, все вкусную рыбу вчера съели, да? Угадай. Что-то спортсмены сегодня... Ты не видишь рыбу, что не понравилось вчера. Что-то спортсмены сегодня зарядку проигнорировали, да? А, да, кофе. А нам надо Ивана тоже оставить. Серьезно, как ты этот тур нашел? Как этот тур? Интернет? Ты просто забил спиарфишинг Панама и все? Да, просто забил, просто двое суток посидел. Понятно. И этот моряк говорил, типа, я всех... Не, ну я вас всех, да, так и получилось. Так и получается пока. Не, ребят, на камеру все выглядит, конечно, очень весело. И на форуме ветки кидалово Ваня нашел этих чуваков. Но шмотки уже второй день нашел. Кидалово. И продукты на $500, куча пива, вина и еды до сих пор не доплыли. Мне кредитка там на сумму. Ну, кстати, вот, может быть, сделаем это героическое усилие, бухово к нему, когда лодка пойдется. Потому что мы рассчитывали, что два дня будем пить уже, да? Да, да. Дорвемся, а сегодня такая трезвая ночь хорошая, да? Ага. Да, даже никто не храпел вообще нормально. Нет, ну и спалось нормально, да? Да. Спалось. Несмотря на условия. Нет, да хочу, кондер работал хорошо. Я думаю, нормально. В темноте. Джунгли зашевелились, все зашевелилось. Три дня, как печенюшки ели. Они уехали, говорит, за этим, за газом, говорит. Эти три дня не было. А, это нормально? Да, это нормально вообще. Да, три дня не было, говорит. Почему и разговор был, что бабло не отдавать, чтобы какой-то рычаг будет. Посмотри, какое количество. И они каждый нашли себя по маленькой вот такой фигне. В ракушках живут уже, да. Смотри, он такой маленький. У тебя есть макро? Посмотри. О, кусает меня! Да, не больно. А я вчера большого такого взял. И что, укусил тебя? Да, он хватает. Да тут все, бля, ползает. Слушай, тут да, только тень и темно. Все начинает ползать. Оно и сейчас ползает. И ползать, и шевелиться. Нет, я вон сейчас бетон разломанный видел. Там тоже что-то шевелится. Ну, покрупнее. А ты видел, что там вчера творилось? Так хочется в море, да, Саня? Угу. Рыба, видишь?
Нет, они сами кого-то. Кто это гонялся за ней? Рыба вон, друг за дружкой. Охренеть. Видишь, смотри. Еда. Здесь теплая вода, здесь теплая. Я обгоришь, блядь, за 10 секунд. Да, кстати. Вон гоняет, смотри. В футболке поплывет. Одна с другой. Дайв мастер. Да я одену гидрик и нормально по-человечески поплыву. О, нифига тут рыбы. Слушай, надо здесь поседать. Офигенно. Конечно, вон отсюда будет. Нет, это на маску сейчас одеть. А если рукой поймаешь, то будет браконьер? Вернуть. Трогать нельзя, не то что ловить. А что это за рыба, кто знает? Попугай какие-то. Да? Что-то нашу лодку сначала не узнал. Блин, что там плавает? Понимаю, это жарить начинает. На таком корабле надо охотиться, да? Шо он гони балбак, цифры. Че говоришь, на каком корабле? А, 4 мачты был. Охренеть, да? Ну это очень большой корабль. Вообще гимн. 4 мачты. Дороговатая рыбалка выйдет. Дороговатая, да. Ноги обгорят. Саня прав. Абсолютно. И причем вот эти места обгорят, которые никогда солнце тоже не видят. Вот эти. Ну уж недолго будем. А тут в воде, да. Сейчас. Бля, забыл термобелье, бля, вышел из дома, бля. Давай, пора уже на работу едем, бля. Я думаю, бля, термобелье. Уже купить, я подарил. Это на рыбе первый раз увидел, это вот так вот. Бля, не поверил, что там рыба. Думал, течение. Куда вот я акул даже?